Ваня Гончаров – юный художник из Макроусова. Мальчик неоднократно побеждал на областных конкурсах с рисунками на экологические темы. Художественный талант и прилежная учеба в школе помогли получить заветную путевку на главную елку страны. Счастлив, что наконец-то увидит столицу России. Но даже не это радует Ивана. Ведь совсем скоро он познакомится с настоящими Дед Морозом и Снегурочкой. Я хочу увидеть в Москве Путина и Медведева. А Москву представляю большой, красивой. Кремль. Еще хочу там площадь посмотреть. Галерею. Посмотреть на всякие достопримечательности. В этом году главное новогоднее представление страны увидят ребята со всех районов области. Состав зауральской делегации – 40 девчонок и мальчишек. Это победители всероссийских конкурсов и олимпиад, дети-сироты, одаренные ребята и дети участников локальных войн. Возраст школьников от 8 до 14 лет. Я хочу увидеть там самого президента, большую елку. Вот у нас в селе очень маленькие елки. Не очень-то большие. У нас там будет несколько дней экскурсия. Помимо кремлевской елки, ребята посетят цирк, Ледовый дворец в Измайлово, оружейную палату и другие достопримечательности столицы. Сопровождение нормально. 10 человек. Здесь и представители, значит, педагогики, и психологи, и охрана есть. В общем-то, нормально. Я вижу, что родители тут провожают. В целом на новогоднюю елку в Кремле съедутся около 6 тысяч российских детей. 27 декабря делегация из Кургана вернется домой. Юлия Васильева, Александр Меньшиков, Александр Бывальцев. Телекомпания «Регион 45».